Международный конкурс «Примавера» на базе детской школы искусств поселка Развилка проходит уже во второй раз. В октябре здесь демонстрировали свои таланты ребята, играющие на народных инструментах. И вот сейчас на музыкальном ринге исполнители классического направления. Главная идея музыки, вернее конкурса, я считаю, объединить самый разный возраст именно вокруг нашего любимого дела. Потому что возраст выступающих от 7 лет, вся школа музыкальная, колледжи, это от 15 до 20 лет. Есть свободная группа, могут участвовать вузы и молодые преподаватели. Фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, академический вокал – всего 8 номинаций. На этот раз в конкурсе примут участие около 180 музыкантов со всей России. Немало молодых дарований и из Ленинского городского округа. От нашей школы в этот раз принимают участие 2 вокальных ансамбля, 20 человек и 18 солистов. Также Ленинский район представляет детская школа искусств поселка Володарского, это 19 участников, детская школа искусств города Видное, это 3 участника, и детская школа искусств Горки Ленинские. Они представляют ансамбль струнников. Среди членов жюри – именитые музыканты и преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений страны. Помимо профессионализма исполнителей, они будут оценивать и их отношение к своему делу, и их интерпретацию классических произведений. Не обязательно может быть первая премия одна. Могут быть и две, если музыканты себя достаточно проявляют. Но может быть и не одной в какой-то номинации, потому что, ну, я думаю, такого не будет. Но такое бывает иногда, что какая-то премия передается в другую номинацию, где есть более яркий исполнительский состав. И мы очень рады, что у нас есть дипломанты. Очень много сейчас таких вот официальных как бы конкурсов, где эта номинация вообще отменена. Нет дипломантов. Это совершенно неправильно. Это фактически официальное 4-е место. Оно должно быть. Конкурс проходил одновременно в 2 залах. В одном показывали свое мастерство пианисты, в другом – музыканты, играющие на струнных инструментах. Скрипачке Веронике Гремячих из подмосковных Мытищ 11 лет, и 6 из них она серьезно занимается музыкой. Часто репетируешь вообще? Каждый день? Каждый день. По сколько часов? Ну, когда у меня много свободного времени, по 5 часов в день. Порядка 12 конкурсов сыграли в Москве. Участвовали в международном проекте оркестрии в городе Ярославль. Там приезжали дети из Франции, из Германии. И преподаватели, и их талантливые ученики уверены, такие конкурсы просто необходимы для музыкантов. Выступление на конкурсе с прекрасными учениками – это прекрасное дело. Это очень, во-первых, двигает деток наших. Они сила воли воспитывают здесь. Они воспитывают свое совершенство, мастерство. Сам конкурс дает детям творчество. Мне это дает очень большое развитие в мелодии, в остальных конкурсах. И меня тянет участвовать. Прослушивания будут проходить 2 дня и завершаться торжественным награждением победителей, вручением грамот, медалей и памятных подарков. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.